возвращаюсь грузом 200 к дому, к маме и к невесте Насте. Я расслаблен и спокоен, бортмеханик люк откроет настежь. Раскалится китель серый от бетонных плит аэродрома. Все нормально, все в порядке, дембель в цинковой парадке дома. Ну объясните мне, за что я погиб? Я ж заплатил за эту правду сполна. И кем вчера был маджахет и талиб? Что ж ты потупилась, родная страна? Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам? Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед ордена. Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам. Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед ордена. Я вернулся, здравствуй, мама, извини, не обнимаю, тише. Под бельем не видно раны, жаль, в то утро слишком рано вышел. Обоснуюсь на погосте, приходите чаще в гости, люди. Поднимайте там на месте, за 200-го подвести будем. Ну объясните мне, за что я погиб? Я ж заплатил за эту правду сполна. И кем вчера был маджахет и талиб? Что ж ты потупилась, родная страна? Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам? Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед кардинал. Когда развалит моей смерти фреза на то, что нам решать и то, что не нам? Ведь я же должен буду что-то сказать, когда прижмет меня мой дед кардинал. Ведь я же должен буду что-то сказать. Областной совет ветеранов Николая Андреевича Ковалева за его вот этот труд, за кропотливую работу. Сам пережил многое, еще продолжает сейчас, так сказать, воспитывать молодое поколение. И, конечно, так сказать, быть примером служения Отечеству. Не слышно. Или слышно? Слышно. Нам. Разрешите вот вручить, да всем слышно. Вот эти часы здесь написаны, коллектив Главного управления МВД по Иркутской области. Вот эти часы в честь 20-летия со дня образования ассоциации. Конечно, вот этот знак памятный, 20 лет со дня образования ассоциации, программ по поддержке ветеранов боевых действий. Вот это... Этот вымпел, который здесь написан на Иркутск, ну, в музее будет или где, вы определите, где поместить. Здесь наш Афганец, так же, как у вас, в завершение, вот здесь благодарственное письмо от нашего правления. Долг, память, честь. То, что соответствует. Служу России! Арский Геннадий Андреевич. Ну,
личному составу, с тем, вот, значит... Это ключевые залы. У вас богатая история, и молодцы, что это поддержите. Наверное, в том числе и вашими руками, или вашими предшественниками. В том числе и теми ребятами, которые сегодня почтили память, которые у вас сейчас в красном уголке, в музее вашем. Спасибо вам за эту работу. И вперед, вперед до Иркутска, до Улан-Удэ, с тем, чтобы пропагандировать наши добрые дела, дела ветеранские, и с тем, чтобы у нас, мы очень тесно взаимодействуем, вот, то есть ветераны военно-морского флота, ветераны других, как говорится, вооруженных сил. И войны, и я должен сказать, что мы, в том числе и флотские, в том числе и подводники, и вся вот наша тогда советская армия надежно стояла. Дух, боевой дух, моральный дух и чувство патриотизма были высоко развиты. И не только у вас, а вообще у всего нашего молодого поколения. И одна из задач – это военно-патриотическое воспитание молодежи, потому что чем мы лучше будем заниматься вместе с вами этим делом, то есть заниматься с подростками, заниматься с теми, кто входит только, как говорится, в жизнь, тем меньше у вас будет работы, понимаете, тем меньше будет работы, тем легче нам вместе с вами будет жить. Потому что сейчас обстановка, вы лучше меня знаете, не такая радужная, как хотелось бы. И военно-патриотическая работа ведется очень даже не на должном уровне. Поэтому вот мне, мы вот пропагандируем и призываем ветеранов. Это золотой фонд. Ветераны – это золотой фонд, как говорится, нашей страны, которые могут очень много передать, много рассказать, многому научить. Пропаганды морских песен. Нет, и не только морских песен, а вообще и песен воинских очень мало, там, в том анекдоте, по теме. Мы обветрены, мы просолены, нам шторма нипочем. После плавания в тихой гавани вспомнить будет о чем. Эх, сколько видано, эх, перевидано. После плавания в тихой гавани вспомнить будет о чем. Был бортом шум мотор. Синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся синевы, ты не утонешь. Это сказочная вы, а не сказка. Уходит ночь отселенный десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Спасибо. Красноярск – это наши земляки, граничат с соседями. Да, ну и эти соседские отношения мы поддерживаем уже длительное время. Мы команда Прибалтийский состав. Без этого мы не можем воспитать будущего сотрудника полиции, да, будущего сотрудника милиции. То есть должна быть основа, на которой должен человек стоять очень крепко. А тем более сотрудник полиции, который должен быть убежден на 100% в своем правом деле. Здесь он или не здесь. И вот это вот, с вашей помощью, конечно, вы много сегодня внесли, так сказать, подтвердили мои слова своими действиями, что мы на правильном пути. И когда люди отсюда уходят, они уходят с убеждением на 100%, что они попали туда, куда нужно. И бывает, конечно, редко, но бывает в жизни, что человек, разобравшись в себе, говорит, что он пришел не туда, это не здесь. Помнили, что частица Иркутской земли рядом с вами. Здесь фильм о Байкале, а это... Вот в Совете ветеранов здесь такая у нас награда. Знак почета ветеранов МВД. Принято решение нашего совета наградить этим знаком или вручить знак почета ветеранов МВД Машатскому Алексею Васильевичу. Вот этим знаком награждается, здесь есть положение, статус, как сотрудники, ветераны, так и гражданские лица, которые помогают, ну, воспитывать молодое поколение в военно-политическом воспитании. Поэтому еще одно особенность этого знака, когда человек, это,
совершают геройский поступок, им говорят, кали дырку, да? А здесь, видите, две. Нужно две дырки шкалы. Служу России, ветеранским организациям. Такого Георгию Васильевичу. Служу Отечеству. Так также вручается Миналееву Зинуру Валерьевичу. Служу России. Участнику автопробега Чеснокову Владимиру Константиновичу. Отечеству. Вот он говорил, что в 63-м году служил, а я как раз, когда на Кубе был кризис, я учился в 10 классе, и мы все пацаны сразу написали заявление в военкомат, просим нас призвать и направить горячую точку, чтобы поддержать. Движение было бы подойти. Здесь было очень мощно, очень. Но мы на подводной лодке там стояли насмерть, как говорится. Он был руководителем. Вот у нас, знаете, есть такая фабрика «ВИД», который шьет, вот он типа такой же фабрики. А, директор фабрики, да, да. Приходилось. Сотрудничал с нами. Ну я и сейчас, еще и сейчас. Ну и сейчас, директор. Просто директор, видите? Выше не бывает, как говорят. Также вручить знак Тихименко Василию Дмитриевичу. Спасибо за баян. Молодец, вчера хорошо играл тоже. Спасибо большое, молодец. Спасибо.